Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Тиф, ну я не знаю, или вор, как, ну, про вора, в общем. Из-за вмешательства генерала я чудом сбежал из крепости, моя рука тому порука. Но обнаруживать в большом сейфе осколок камня принимали было неожиданностью. Я не вспоминал о нем с того несчастного случая. Вообще трудно о чем-то думать, когда кругом призраки и озаренные. Что там сказала Эрин в моем видении? Иди в приют Мойры. А мне нахрена туда? Цели. Найдите архив приюта. Что-то я понять не могу. Так. У пациентки 79 усиливается бред демонов по углам. Для упокоения рекомендуется когнивитную терапию с доктором Штедманом. Пациент номер 14 опять пытается ковырнуть дыры в стенах. Переведен 7М с выговором. Советую не давать вилок и ножей во избежание рецидивов. Так. Ага, доктор все еще заблуждается на тому, кто руководит всем приютом. Советую ему пуститься с облаков и прекратить советоваться всем лабораторий, когда они не на дежурстве. Так. Все пациенты демонстрируют повышенную агрессивность. В прошлом году у нас были похожие инциденты, когда пациентка номер 18 находилась в центральном изоляторе. Теперешнее поведение больничных так настораживает схожими тенденциями. Так, ребенок просто не может издавать такие звуки. Мы можем только продолжать оказывать им непосредственно. Вот отказывайся. Так. Ну-ка, берем все. Что у нас еще осталось? I could have told them. О, я вынужден подтвердить, что пациентка номер 17 будет подвергнута процедурам в комнате 3F. Как вы и опасались, я думаю, мы навсегда закрыли двери этой комнаты страха много лет назад. Субъект предназначен для отборочных экспериментов по указанию самого барона Нордкс, ну как, короче, барона. За последний раз, когда я сдаю туда пациента, больничным нужны врачи, а не мясники. You were trouble, but what did you do? Show me. Покажи мне. Так. Что у нас с картой? Не туда нажал. Ага. Коляска. Хрен на тебя. Так. Это что у нас у приюта Мойры хватает своих проблем. Постоянно налетающие порывы береговых ветров создают меланхоличную болезненную атмосферу, от которой избавлены здания, находящиеся в черте города. Так. Заслужит всяческого одобрения на самого удивительного. Переходим. Давай. Так. Здесь у нас что следующее?
Следуя дальше, вы принимаете соглашение о секретности экспериментальной методики и остаются собственностью их владельцев. Любой увлечен в использовании этих методик будет осужден как преступник в соответствии с законом о медицине. Охренеть. Так. Блиц. А вон винтель. Гаррет, я падаю. Гаррет, I'm slipping. Гаррет, give me the claw. Дай коготь. Эта бутылка неправильно. Вот и открыл. Ладно. У меня же есть? Есть, вон. То есть, не знаю, даже в голос ли попаду будет что-нибудь. Ладно. Какие-то видения? Ну-ка, давай посмотрим. Здесь ничего такого нету. Так, ладно. Зачем мне это удерживать? All dead. All dead, but the shadows, they were taken by the shadows. The shadows have been hungry. Since she went away, it changed everything. Не работает. Надо энергию запустить. Не работает. Они пытают меня. Так мы это и так знаем. Это слишком больно. Надо запустить, чтобы нам двери открывались. These doors need power. Эти двери, так, где-то внизу должен быть генератор энергии. Что у нас здесь?
Уходи по-тихому, не обращай внимания на нефть и стекло. Они для твоей же защиты. Зажги факел и жди меня в доках. Я не знаю, что это за твари, но если кто-то из них тебя увидит, подожги, ублюдка, и драпай. Ух ты. Охренеть. Ну, давай. Пит, сделай мне одолжение. Лифт так использован сейчас до всех. Может спокойно войти туда. Замок. Но если безопасность тех, кто находится в исправительном, для тех пациентов приюта, что если кто-нибудь из подобных вырвется, пациенты верхних этажей будут защищены. Так. Так. Вот так. Ага. Так. Что это такое? Ритуал по обузданию. Так. Так. Давай. Понятненько. Это что у нас? Да. Ни в коем случае не открывать двери, когда комната занята. Уход от мирских забот успокаивает душу. Даже интересно стало. Ситуация-то нагнетающая, конечно. Проникните в комнату. Ай-яй-яй. Я. Она будет драться с кем-то. Так. Понятненько.
Я охреневаю, если тут никого нет, а я все это время хожу ерундой занимаюсь. Гаррет, просыпайся. Не показывай ему свой страх, не дай ему понять, что ты уязвим. Я хотел остановить его, я хотел спасти себя. Но они не дают мне проснуться. Надо выиграть, принимать так, из девочки. Ты знаешь, что такое страх, да, Гаррет? Так, принимай опасно, ее надо контролировать. Бесполезно, я отведу ее обратно в тюрьму. Ну да, вот такое вот видение. I thought you died, but it was worse. You did steal the primal that night. Now the Baron wants it back. He spoke about the prison. Так, перед началом операции тщательно настройте машину, сорви покров, скрывающий врата души, чтобы открыть путь к выздоровлению. Level. Looks like I'm going even deeper into this hole. Так, это что? Я понимаю вашу тревожность, но вынужден перевести пациента вниз на тюремный уровень. Я понимаю, что это нестандартная процедура, но субъект должен быть изолирован ради всеобщей безопасности. Тюремный уровень – единственное подходящее место. Ага. Я-то думал, а оно так оказалось. Это же просто люди. Даже не монстры, не мутанты, не демоны. Так что чё мне их бояться-то, по сути? Кто-то он по батареям ходит, стучит. Почисти эти гнилые трубы, они опять дребезжат, я клянусь, проклятый звук мне скоро снится начнет. Понятно. С ума сходит потихонечку сам. Ух ты. Так. А ну-ка. Ой. Документы. Глава 5. Что у меня тут есть? Настройка. Конфиденциальность. А ну-ка, 830. Так. Нет. Так. Нет. Так, никакой нету. Мне пока тут цифр нету. Журнал посещений. Угу. Новый пациент. Да. Да.
Или оси. Ну-ка. У него еще и деньги были. Ладно, какой тут код, я не знаю, где его искать, тоже не знаю пока. На. Блин, световые бомбы. А я-то за каким хером вообще тут, блин, я забыл даже цель. Спустите на нижний этаж, так. А, так мне только вниз спуститься. А нахер это я здесь брожу. На. Не понимаю, нахрен это брожу здесь. Думал, здесь демоны какие-то. Во время курса терапии обращать внимание на дискомфорт пациента, много боли. Целая жизнь во здравии. Опа, ножницы. Давай. А, в лифте кто-нибудь есть, нет? Может быть. Все расцарапано. Раз. Два, три. Тут только один путь вниз. Ладно. Вниз так вниз. Ага. Не понял. Призрак, что ли, был? Okay.
Блин. Огненная стрела. Так. Какие-то призраки, оборотни тут или кто? Опа. Хирургические ножницы. Свечи. Убежал. Ну, я думаю, он там стоял для эффекта. Ва, получил одно очко. Не засал и пришел он. Кстати, а я вообще могу? Навыки концентрации. Да не, вроде все нормально. Все хорошо. Ладно. На! Да подожди, заново. Твою мать. Ренак ушел. Так, это что? Не подходить к пациентам, не говорить с пациентом, не верить заявлениям пациентов. Пациенты лишены свободы для их же безопасности. Исток один. На. А, все понял, это только с концентрацией можно его захренакать. Да. Я думаю, куда у меня концентрация-то уходит? И зачем там столько цветов? Все понятно. Свет. Они не любят свет. I've seen my share of prisons in the city. Nothing like this. Вот оно.
Так, минутку. Блин. Охренеть. Нет, так не пойдет дело. Мне их так не загасить, да и гасить я их не хочу так. Пойду в другую сторону. Тихо. Я заметил, что пациент проявляет агрессию, возбуждая и возбуждение, когда мимо его палаты везут пациентку номер 18. Так, что сегодня вырвал один из крючев в потолке своей камеры? Надо изучить. Ага, он, значит, концентрация нужна. Да не, давай, собираем. I've seen my share of prisons. Я видел много тюрем. Nothing like this. Но ничего подобного этому. Вон они ходят. Так. Так, он ко мне пошел.
Блин, блинский. Даже не знаю, что мне тут делать. Они не зашли туда. Блин. Хрень какая-то. И как с этим бороться? Блин. Как-то надо их поджечь. Значит, их надо как-то выманить.
Охренеть. И сохранить не могу. Уходим. Под воду. К нейтральной воде. Плевать на погоду. Давай. Спасите наши души. Высоцкий. Вот так. Да хрена слышала. Ну это все по сюжету, я как понимаю. What happened to this place, Aaron? Was it you? Что здесь произошло, Эрин? Ну? Маки приносят на серебряных блюдах, и я падаю во тьму. Почему я одна? Каждый вздох приносит боль. Так. Сань, глаза замолчать. У нас проблема с заключенными. Волан-де-Морты появились. Такие на фигурки похожи, кстати. Тени. Где ты? Ты был единственным, кому я верила. Иди за мной. Найди меня или что-то в этом роде, да, ты говоришь? Они меняются. Что происходит? Так. Они заслуживают наказания. Только этим цветком, да? Глазу. Ну, вон они меняются потихонечку. Он здесь. А здесь я был. He made me angry, and I killed him. Подождите, здесь я был. Please be quiet. Of course he hates me. Вот сюда. Нет, подождите, я посюда уже прошелся. Меня не выпускают.
А там я уже был. Вот она ты. Ну здравствуй. Скорее вынести ее, она слишком важна для... Она не должна умереть здесь. Знают ли они, как это больно? Она наше будущее. Ублюдок. Похитил меня. Ты со мной, Гаррет? Так я так за тобой иду. Может, я схожу с ума? Барон. Back to Northcrest Manor. Back to where it all began. Так, что у меня за задание? Бегите из приюта. Ага. Готово. Вы не боитесь применять силу и действовать агрессивно, стремясь к победе любой ценой. 12 надо было. Да я сейчас, ага, с этими монстрами бы еще не дрался. Охренеть. Витрина трофеев обновлена. I need to break into Northcrest Manor before the mob does. It's time I got. Получил пару ответов. Так, ну таблички, да. Цветы вечности какие-то тут броши, я не знаю. Этого я еще не нашел, но я особо-то и не старался. Не искал пути назад. Блин, да. Лучше с людьми. Совет на улицах города. Ваше присутствие не пугает мирных жителей, если они не боятся за свою жизнь. Господи, можно подумать, а маньячело. Так. Опять кого-то вешают, мать вашу, мне что, каждый раз вешают кого-то? Он... Что скажете, достойный ли человек прикосновения Ориона или петли? Давай, в петлю его! Короче, вешают всех, неважно, кто ты, чё ты. Идиотизм. Так, уже за место стражников другие бродят, но суть это не меняет вообще нисколько. Давай. Так, что у меня за цели? Найти, идите к поместью. Ага. Я же здесь уже все обокрал. Ведется расследование. Умышленное порча имущества обороны. Известные нарушители спокойствия были заключены под арест и допрошены. Целые такие махевые истории. Соседняя локация. Так.
Блин. И нету даже никого, на кого он мог бы прыгнуть. There's a lot of angry people in this city tonight. The Baron's popular man for all the wrong reasons. На. На. Забираем. Может даже нажимаем. Охренеть, от меня что-то прячут еще? Я вот от вас ничего не прячу. Охренеть, куда вот вы меня ведете с своими этими всякими штуками? Открываем, смотрим. Так, список конфискованных товаров. Ксюша, спишь что ли? Смотри, у меня не смотри так близко. Пока я тут ворую, мне. Так.
обезвредим. Это кто? Я сделал? Подождите. Engraving already on the bridge. I won't have a lot of time at Northcrest Manor before they get bored. Не спешите. Давай. У тебя что-то купить можно. Взгляни на товары. Вот. Где? А если я найду? Я тебя еще и побью за это. Давай. Ну иди в штанах тогда. Проблема в чем? Жарко будет тебе просто. Охренеть. Pleasure. Одни растраты. Бежим, бежим. Вот сюда. Конечно, да. Конечно, да, конечно, да, конечно. Да. Олени. Смули. Спасибо. Эрин жива, и почему-то мне от этого не легче. В последнее время она изображает мой внутренний голос. Похоже, Эрин вообразила в себя энергию. А, вобрала в себя энергию. The Baron's last line of defense might be ready for the mob, but they're not ready for me. Последние защитники барона готовы встретить толпу, но не меня. Я был обычным мелким крабом. Ну и тушить я тоже ничего не собираюсь. Тихо ты. Сейчас я буду вас уничтожать потихонечку.
I wonder if this turns off all the water in the gardens. Вот так. What happened to the sloop sellers? Всю воду в саду выключил. I will do my part. The Baron will survive this night. Итак. Вот так. I will seek you out. Not going to get me too. На, следом. Так, пока нормально иду. Спокойно. Вот так. Не будем рисковать. Так, а я здесь был вообще, нет? Оп. Ага, понятненько. Подождите. На-на! Подожди. Блин, они все толпой прибежали за мной. Найти его. Вот так. Just like a criminal to hide in a cabinet. Eh? На. 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 Now I've got you.
Я. Да твою мать! Мне проще вас перестрелять нахрен тогда. О, вообще красиво. Я не знал даже, что такой эффект есть. Найдите его. Вот так вот. Конечно, я не могу вытаскивать с них стрелы. Мне понравилось, как он в глаз охренакал. Табличку заберем. A fine piece. Так. Walking into the front door in my style, anyway. Блин. Так, а куда мне тут можно? Не знаю, что там, ну ладно. Так, трофеи. Мемориальные доски, да? Нет, хрен с ним. Документы. А нет, все-таки правильно, туда надо. Find you and bring you to the noose.
I have something to show you. Where are you? There. That's where he is. I know it. He's lucky he's not here. Давай. Then let's keep looking. You fool! You just gave yourself away! I'll be rewarded well when I find you. Я найду тебя. Да, давай, найди. You've been lucky so far, but I'll flush you out. Господи. When I find you, I will string you up myself. Давай, смотрим. There's nothing here. Fairy friggin' bells. I don't like this. На. Блин, стрелу-то мне никак не достать. Ну ладно. Открыть замок. Так. Давай, Гаррет. Гаррет Барретт. Особняк какой-то, какой-то мере я проник. That was the easy part. This is a big house, and the Baron won't be taking appointments tonight. Not by choice. Поговорите с бароном в кабинете. Обезвреживаем. These traps are new. Seems Baronoid Northcrest is worried about intruders. I should step lightly. Я уверен, это надо на второй этаж. Почему-то я так именно думаю. Или выше даже. Оп.
Заходим. Ой, мне вот грабежи-то сейчас вообще не нужны. Так, меня глубоко возмутила выходка. Так. Понятно. Блин, это дом. Так, правление моего деда было коротким и жестоким, но понятно, пробужденный. Посмотрим, куда это. Коридор. Ну давай, прыгай, мать вашу. Твою мать. Так лучше я обезврежу ее тогда. Так. Давай. Блин, пиво так охота еще. Так. Вот так. Открываем, что видим? Looks like it used to be the old family chapel. Seems the Northcrests really do have no time for the old gods. Так.
Какая-то штука. Не вижу. Что-то не так где-то. На раз, два. И третий на раз, два, так. Так, раз, два. И последний, да, мне осталось? На одну. Вот так. Ух ты. All this time I thought the Baron didn't have a heart, and here it is. Sorry, Northcrest, this might hurt a little. Подожди, не-не-не-не. Вот так. Выходим отсюда. Это его мать. Раз. Только ящичек. Давай, берем все. Это что у нас? Найти, так, восстановление. Какая-то история. Мой новый медик. Все это история, это надо читать, это надо вникать. Письмо. Слухи не врали.
That looks like the vault I'm searching for. The hidden entrance must be close. Что не то? Разными путями здесь, да, можно ходить. Болты открути просто, и все. Господи, опять девчонки какие-то там хренакают под окном. I'll show them what it means to be a captain of the Baron's Watch. I'll show what it means to be a captain of the Baron's Watch. The other wing is too exposed. Is there access to the Baron's chamber? Давай. Was ruined in the action, never rebuilt. It's a death trap. I didn't get this far by chance. They need to understand. I was thinking. I couldn't help noticing earlier that there are no men guarding the sewers. Это вот по какому-то по другому пути, да, можно было? С улицы, да? Охренеть. Shouldn't we be moving the Baron out, not walling him in? Don't think. He's in his private chambers. He won't be moving anywhere. General's orders. Keep your attention on the. Где-то вот здесь вот один был. Так. When those Graven break into the mansion, they're not going to come in one by one. If those Graven break in, then we stand back. And... Are you having fun? We've got trouble. I know you're there, and I'll find you! You've got to come out sometime! Shadows won't save you from me. I know someone's there. Where are you? Someone's here! It's a Graven. Where is he? So that's where you are. You're dead! Меня убили? Конечно, последнее сохранение. Охренеть.
the sword or the friggin' gloom. That's my law. Sure, I heard something. I heard it too. Go have a look. Don't delay the inevitable! Surrender! What? Hey. I won't be next. Not if I find him first. When I find him, I'll kill him. Надо найти его и убить. You've been lucky so far, but I'll flush you out. Not even you can evade the watch. Here, Mousy. This cat wants to play. No luck. He ran off by now, no doubt. I'll not be made a fool of tonight. Stay focused. I bet he's watching me right now. Ну давай. Something doesn't feel right. Ладно. Давай. Так. Понятно. Так. Давай. Капитан на мостике тонущего корабля. Да, какие же вы сами дураки.
Так, это что у нас? Признание в смертном од... на смертном одре. Эрин жива. Ага. Так, Эрин вообразила из себя энергию, приманила, так, осквернила ее. Это все так, ага. У меня есть несколько чего-то там. Это я не успел прочитать. If you're to kill me, если ты по мою душу, убей меня быстро. Я пришел за ответами. Я намерен их получить. Nobody likes my answers. Мои ответы никто не любит. А ведь он в психушке-то был. I've heard much about. Я про тебя наслышан. В недрах земли есть энергия. Первородная. Primal. To all but the attuned. Прималь. Benign. Лишь немногим дано ее видеть. Но ее можно укротить, направлять в нужное русло. Раньше у нас были лишь крупицы, но я хотел больше и сильнее. Что ты сделал, Эрин? Когда камень треснул, и книга исчезла, энергия перешла в ее тело. Источник энергии оказывает страшное действие, искажает тело и разум. Я знаю, на что он способен. Где она сейчас? Я пытался извлечь энергию из нее, но когда этот мерзавец забрал Эрин из Мойры, то отнял вместе с ней и мечту. О ком ты говоришь? Механик, вон, рука же. Девушку забрал Эльдус. Вам он известен как Орион. Это мой брат. Господи. We grew up apart, but I brought him back into the family. Пробужденных. Как мы, и он чувствовал прималь. Он был на той церемонии, помогал с ритуалом, но теперь его фанатики явились за камнем. Почему Орион забрал девушку? Он должен был готовиться к новому ритуалу. А ты стал его мальчиком на побегушках. Сперва украл кольцо Корнелиуса, потом книгу, камень из крепости, если он найдет последний. Твой глаз. Ты был там, я вспомнил. Ты и есть последнее звено. Удачи с приспешниками моего брата. Я же еще какой-то звено нахрен. Да. Так. Значит, у меня есть несколько минут или времени. Неважно. К барону пришли новые гости, пока они сжигают его особняк, я схожу в торжественный зал. Someone's down here! Intruder!
Понятненько. На! На! Да твою мать, не так вообще, все, все не так. Уничтожать. Буду их уничтожать. Ни хрена не так. Спокойно. Где вы? Охренеть вас там! Давай! Bring the faithless before the light. No, one of us has been felled. Huh? A brother has fallen. Давай! The dawn are many. We can do this slow, or I'll make it quick. Так.
Так. Я буду бегать, ага, от вас еще. Опять видение. Гаррет, я падаю. A thief should never return to the scene of a crime. But this one's been haunting me. Somewhere in here has to be a way down to the laboratory. I'll have a crack at you. Ни хрена. Блин. A thief should never return to the scene of a crime. But this one's been haunting me. Somewhere in here has to be a way down to the laboratory. I'm a watchman. What does he think he's doing? Мама, не горюй. На! На! Сойдет. Берем сюда, идем и здесь берем. Сотни лет лев украшал герб. Это символ благородства, силы, власти нашей семьи. Благодаря прозорливости моего деда этот величайший зверь, ага, обрел новое значение. There's the primal stone piece, but это осколок камня, но он закреплен на каком-то устройстве. No time to find the manual. I need to get it out somehow. В
Вращение может усилить резонанс в осколе, но центробежная сила расколет хранилище. Если частота вращения будет увеличиваться слишком резко, то это последняя месть гильдии. Так, еще я могу заказать панели подходящей прочности, если придется так перевернуть вверх. Ну и весь скрытый рынок. Ага. Подождите. Будущее ускользает от меня из рук. Так, твой первый камень, найденный под городом, не удается заменить ничем, и попытки стабилизировать между осколками также неудачны. Эксперименты, значит. I don't know what this machine does. Так, я знаю, что делает Without эта power, машина, но без anything. Питания она... Мы начали строительство с целью решить энергетическую проблему города, когда я владею силами. Генератор, который заказал его светлость. Так, шутка, мы начали все разметать. Так, у нас осталось много материалов. Их так, ага. Понятненько. Включаем генератор. I'll take this. Тихо. Да, записывай. Давление углубляет трещину. Если так следует, надо идти в правильных местах. Давай.
взял исцеление. Возьмите ее кровь. Взял осколок. Ладно, давайте-ка выбираться отсюда. Опа! Что такое? Мастер вор? Я не вовремя пришел. Прости мою неуклюжесть. После нашей первой встречи я стал тяжеловат на эту ногу. Раньше, когда ловили вора, его руки окунали в горячий деготь. Черные руки. Но твои руки я повешу над камином. Опа! Уплыл. Уплыл! Ха-ха. У меня есть несколько вопросов к барону. Ну каких это? А то люлей получите все втроем. Втроем, вот, получше тоже. Ну, чтобы просто для компании. Для маленькой такой компании. Тихо, подожди. These sewers should lead to the river below the bridge. Должны выходить. Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!